Да. Все, значит, мы сегодня сейчас делаем маникюр. Вот такие ножнички. Вот такие. Надавливаем на пальчик. И вот так. Опа! Надавливаем. Тихо. Опа! Может вырываться. Но я-то сильней. Тихо, тихо. Поэтому мы берем его вот так сильно. Прижимаем. Если твое лицо немножко попадет, извини. Опа. Еще один. Тихо, 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 тихо. Тихо. Что-то он не в настроении. Ну-ка, давай другую лапу попробуем. Вот тут еще. Опа. Вот. Опа. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Даже не мурчишь. Когда тебя расчесываешь, ты мурчишь. Не сильно. Там, где прозрачное, там и срезайте. Давай вот это все-таки повторим эту лапу. Вот так. Как вам удобно, так и режьте. Все, теперь педикюр. То же самое. Надо тихо подмышкой его зажать. Можно, конечно, со вторым помощником делать. Мы недавно педикюр ему делали. Второй помощник занят. Так, тихо. Поэтому смотрим, где у нас когти сильно повырастали. Да что ж такое, ты беспокойный. Вообще, конечно, лучше, если бы он был такой сонный. Пинает спину. Пинает спину. Так, подожди. Вот еще. Опа, еще один остался, да, маленький самый. И не надо кряхтеть на меня. Тихо, тихо. Все, будем считать, что мы подстриглись.